Так, стоп. Все подходим вот сюда. Я сейчас хочу понять, что сейчас будет происходить. Сейчас я открываю эту дверь, и за ней будет квест, да? Ну, можно так сказать. Нажимай. Куда нажимать? Давай ничего не будем нажимать, пусть он... Я все буду нажимать смотри, сам. Смотри, сделай так, чтобы если хочешь третьего лица, чтобы ты не видел именно снаружи ничего абсолютно. Хорошо, играю от первого лица. Открываю дверь всё. Не до конца. Тут всё. Есть еще правая одна дверь. Правая дверь, сразу же правая дверь, открывай правую дверь. И тут? Сходи туда. О, работает тут. Это типа задание. Это задание? Да, задание. Да. Сядь на стульчик. Блин, я заранее нажал, думал, ты залез на... Короче, ты понял. Я сел на стульчик. Первое задание выполнено, ты сел на стул. Так, скушать торт in the коридор. Я все не так сделал опять. В коридоре съесть торт. А вот, я вижу торт, я на него нажимаю. Все неправильно. Я все неправильно сделал. Все, торт съедет. Там должен быть типа монолог. Да, привет. Да пофиг потом. Блин. Взять документы, да? Документ. Так, взять документ. Вентиляции документы бывают? Не-не-не. Не подсказывай. Ой, типа пасхал. Сам все должен. Вот, лестницу добавил. А, я ж не говорил. Пасхалочка. Пасхалку сделать. Так, да. А где взять документ? Почему все такое длинное? Это специально. Нажимай. А, там где-то кнопка должна быть, вот. Нажал. Теперь обратно возвращайся. Я нажал на... выполнил три задания. Сел на стульчик, съел тортик, взял документ. Все, нажимай. Ключ нажимай теперь. Возьмите свою награду. Беру густ. Все. Теперь мне нужно куда-то идти. Можно я буду квест проходить? Ага, давай. Я просто буду за тобой бить. Ладно. Так, я взял ключ, и тут открылась дверь. Ну да. Вон там выход. Мне надо на выход. В смысле ключ отжался? Ты нажал на ключ, да? Да. А, там вот, еще один ключ. На этот, на желтый. А, блин. Ладно. Все, теперь иди на этот. Там комната открылась справа. А, вот вижу. Вот. Еще задание. Почините свет, почистите комнату. В каком смысле? Мне убираться надо? Все, нет, по-другому. Иди, выходи теперь из комнаты. А как мне убираться в комнате? Ну, просто. Стоп, что? Дверь закрылась. Почему дверь закрылась? Вот тут что-то открылось, смотрите. Да, я вижу тоже. Тут надо взять швабру. А, ну, пойти тут. Так, я тут бегаю, ничего не могу найти. Потому что я все скриворучил. Сейчас, ждите, сделайте вид, что вы осматриваетесь. Боже, как же все. Делаем вид, что мы смотрим. Швабра. Где? Сеньор, за нас квест проходит. Берем швабру. Ну что вы на меня смотрите? О, то что-то нажалось. Я нажал на швабру 3 раза. И тут появился гаечный ключ. Он в другом появился. Я офигенно. На него тоже нажал. О, гаечный ключ. Теперь мы вернемся в ту комнату с документами. А, я тут дверь починил. О, починил свет и И все, что ли, конец? А нет, вот, почините свет. Вы на швабру нажали? Да. Они, наверное, тоже нажали еще раз. А, наверное. Ну зачем, блин? Нажмите еще раз. Сейчас я нажму. Наверное, нажму, если мне получится. Все, я выполнил все задания, да? Все, там их 2 из 2. Вот, конечно. И все. Они правильно там, ну... Ладно. Там, по-моему, гаечный ключ. Он должен по-другому максимально. Можно мне посмотреть механизм? Оно по-другому максимально сделано. Оно должно выглядеть максимально по-другому. Тут еще не доделан квест. Ну, это бета-версия, так сказать. И я ее даже сейчас неправильно показал, эту бета-версию. Если ты хочешь, мы это играли с игры Welcome. Да. Это вообще должно было как мини-хоррор, но не получился. Ну, вернее, нет, почему можно сделать, но это... Ну, там еще скример в конце, там если на плохую концовку пройти. Ну, это самолет. Пока, чтобы... Так, чтобы показать тебе, короче. Самолет для плохой концовки? Это не мое. Это его. Да. Ладно, тогда давайте дальше. Не понял я немного квест. Все, ты можете, в принципе, сюда инсталлировать. Сейчас. Ну, сейчас 1 000 000, так 1.5 часа будут грузиться, плюс-минус. А, я понял, что я сейчас буду загружать. Что? Да. По-моему, вот этот... Типа джунгли или что-то там. Да, да, да. Допустим. Ну, уберем самолет. Бери самолет, убегай. Брал. Я не смогу больше играть. Ну, все, давай, пока ух. А, ну, бэкрумс, в принципе, достроил. Да. Показали, в принципе, все. Да. Так, это что такое? Без разницы. О, кстати, я тут могу самолет построить внутри. Ну, это рак, кстати. Все, так, уберем, вот тут получается у нас этот проход вот сюда. И что это? Это типа карты такой. Природа. Офигенно, классно, современно. Там мат. Стоп. Это просто природа, да? Все. Да, просто. Смотри, осматривайся. О, можно мне пожить на природе? Ну, просто, ну да, я осматриваюсь. 5 минут. Сейчас я буду выживать в диком лесу. Начинаем. Идем по камушкам. Вон
Палатку стой. Себе построй. Нет, прими режим общего строительства. Так, собираем грибочки. Сейчас фиксацию надо. Мне нужно собрать грибочки. Собираем грибочки. Я типа собрал 4 грибочка. Окей. Срубим дерево. Ладно. Уберем травку и покушаем деревянный кокос. Дальше. Срубим все деревья вокруг, чтобы получить древесину. Отдвинемся сюда. Зайдем в дом и случайным образом вымоем крышу. Так, дальше. Пройдем по мостику и упадем в дырку. Прямо на водопад. Ладно. Ну ладно, этого не было. Мы проходим дальше. Дальше. Тут новые деревья. Их рубить я не буду. Тут есть ягоды. Я хочу их. Что-то они проехали. Они улетели. Хорошо. Все нормально. Дальше. Я могу залезть наверх по горе. Тут есть новые ягоды. Они тоже улетают в космос. И мухоморы. Понятно, почему, кстати. Которые тоже улетают в космос. Дальше. Я иду, и тут есть огромный дуб. Я немедленно хочу его срубить. Ой, я нечаянно сделал дырку. Чего срубил самый настоящий? Чини там пока. Этого не было. Я срубил огромное гигантское дерево, оно упало. Ой, упало. Дальше. Я иду сюда, чтобы посмотреть. Ой, откуда идет водопад? Тут тоже есть дерево. Не знаю откуда. Улетело. Я не знаю, но ты вот не должен. Вот тут, о, под землей есть трава. Хорошо. Под водой вообще-то, ну ладно. Ну, под водой, да-да. Я имею в виду под водой. Тут тоже есть. И тут тоже упали деревья. Ты что их сломал? Я ничего не делал, в смысле? Ну почему они? Ну я тут не умал. Потому что... Дальше. Танчоли, наверное. Тут везде упали деревья. И вот тут можно спрыгнуть вниз. Непонятно почему, кстати. Я вот, я не знаю даже почему. Не буду даже называть причину. Можешь заново загрузить. А то тут я все деревья срубил. Ну как все? Там некоторые из-за того, что фиксацию... Уйди. Я что выжил, ты что? Я умею выживать в лесу. Вот я вот что-то не особо, походу. Ты живой? Да, вот. Мухоморис... Так, рассмотрим биомы. Мухомористая... Мухомористо-ореховая... Мухоморис... Ладно. Это косвенно, ладно. Ну ладно, тут вода, хорошо, пейзаж. Дальше, тут проход наверх. И тут биом с ягодами. Для красоты. И тут водопад, очень красивый, мощный. Дальше, тут есть домик, типа домик. Можно побежать по водопаду. В водопаде есть трава и всякое прочее. Я могу отключить фиксацию, и сейчас произойдет фокус-покус. Некоторые деревья сами таинственным образом начали падать. Даже не знаю почему. Тут опять лес. А ты потому что их строил не так. Даже от куста отвалилась одна часть. Я же их шпателем копировал. Так немного легче. Ну просто вот это тут немножко не соотношение. Именно там когда под наклоном ставишь, там этот идет. Там они по-другому. А ты еще будешь показывать мне построек? Могу. Давай. Могу, а почему тут дерево перевернуто? Ну ладно, этого мы не видим. Еще тут не было. В принципе, вот еще. Что-то такого, но другое. Да, это снова пейзаж. Сейчас мы тоже с нем будем. У него есть две вот. Мы бежим по песку. Хорошо, что мой самолетик не видно. Хорошо. Как сказать? Он его видно. Вот я и говорю. Так, начинаем идти в березовый лес с морем. Заходим. Ну, озеро. Тут идеально ровно стоят камыши. Ладно, к камышам претензий у меня нет. Нет, не камыши. Мне ель жалко вот это вот. Которая некрасиво выглядит. Да. Я согласен. Дальше. У нас есть березки. У нас тут есть березки. Очень красиво. Я ни разу не видел, чтобы кто-то строил берез. Вот так, тут у нас очень пышные елки и очень... Эх, мне жалко это дерево. И вот это тоже. И еще вот это. И еще вот это тоже жалко. Мне все деревья жалко. Разнообразие. Деревья белить. Тут есть камыши. И тут есть мини-островок. Который не камыши, ну ладно. А что это? Чеснок, это типа осоки. Ну, я думал камыши, потому что ничего кроме камышов там не растет. Ладно, что-то я, кстати, в тему сказал. Так, тут есть лодки. Они плавать умеют? Нет, просто для красоты, чтобы... Красиво бы. Как с деревьями, но с деревьями более... О, ты повторил точно, прям вот этот, билтебота био. Вообще не точно. А что за блок ты использовал, как с демон? Это... Серьезно? Все думают, какой это блок, а это... Я его еще использовал для деревьев, когда еще эти блоки не добавили. Я думал, это с помощью бетона. А, бетон? Не, просто с помощью бетона это делал. Okay. Так, вы, наверное, не заметите мой самолет? Мы его видим, он тут торчит, бедный. Что-то я ничего не вижу. Нет. Здесь ничего нет. Че? Камуфляж, наверное. Но что я тоже это? Как так можно вообще? Что за вандализм? Так нельзя. Его просто из палок построил. Ладно, давайте дальше тогда. Так, давай дальше, показывай, что у тебя еще есть. Это сначала сейчас тебе могу конфету дать. Там легче вначале вот на конфету. Конфету съешь, конфету, пожалуйста, умоляю. Зачем? Сам начало беги. Ну так быстрее, как бы. Нет разве? Ну я думал, нет. Так, что теперь надо делать? А у тебя розовые конфеты есть? Они просто очень. Ну да, я в курсе. Есть. Я специально сделал, чтобы. Потому что прыжок иногда не особо удобен, когда ты просто бежать хочешь. А, ну да.